маленький монастырь, ну небольшой, да, но очень душевный, скажем. Красиво, ухоженно. Вот мы сейчас зайдем как в сад такой. Вот. Христос воскресе. Вот здесь можно набрать воды. А, здесь паства собирается. Вот здесь трапезная. А здесь такой как сад. Это сад с фонтаном, да, Сонька? Да. Ага, есть свечная лавка. Здесь тоже трапезная. Вот. А мы будем кушать? Нет, мы не будем кушать. И маги работают. Да, и не просто так. Посмотри, он древний текст переводит. Ну, или сканирует. А вот свечная лавка, но она закрыта. Вот мы садик и обошли. Розарий. В общем, красота. Спасибо Богу, что позволил нам найти храм. Действительно, это было непросто. В нашем регионе найти православный храм. И спасибо Богу, что в такой большой праздник мы попали в храм. И мы будем молиться сейчас за нашу Украину, нашу Одессу, за всех своих близких, чтобы все были здоровы и невредимы. И чтобы поскорее закончилась война. Колокольня работает! Пасхальный звон. Трапезную, зашли потом в комнату как отдыха. Здесь вот такие ноты, как и что петь. Правда, на французском языке, но символика вся ортодоксальная. С диванами, столом, в общем, паства может собираться и общаться. Говорить не надо. Где там? Это плащаница. Это фото плащаницы.